Друзья, приехал на Вьё. Приехали такие кроссовки. Называются, пока еще не знаю как, что-то про пульс. Ну вот на мне есть тоже про пульс. И, конечно, я вот сейчас буквально 5 минут в них поиграл. Ну, конечно, я могу сказать, технологии двигаются вперед. Что мне здесь понравилось? Мне понравилась вот эту пятку, которую они здесь шили. Здесь манжета, она без языка. И здесь есть вот эта вот резиночка, которая делает утяжку. Здесь очень хороший вот этот боковой подхват. Особенно, когда ты тормозишь, вот эта вот штучка, которую они вот сделали из такого классного материала, она, конечно, стопу поддерживает. Здесь изменена шнуровка по сравнению с старыми пропульсами, и она идет чуть-чуть наискос. Это очень, на самом деле, здорово, потому что у тебя утягивается, обхватывается буквально вся стопа. По поводу подошвы, она осталась такая же, как и в старых пропульсах. Что самое великолепное здесь нравится? Мне нравится эта пятка. Пятка вообще колоссально удобная. А вот эта вот манжета, которую они сделали здесь новую, это просто сверх. И, конечно, вот эта вот изогнутая шнуровка, которая обхватывает твою стопу, это просто супер. Второе на Вьё подъехало. Они сделали кевларовые кроссовки, которые очень легкие. И на самом деле, если их взять в руки, они очень легкие. И здесь очень сильное большое углубление. Я так понял, что это они описывают, что это вибропоглощающая штука, наверное. Плюс здесь сеточка, которая выветривает. То, что они легкие, да, на самом деле, то, что они кевларовые и прочные, проверим. Значит, и следующие пропульсы, только белые, они видоизменились, если старыми пропульсами, то здесь вот эта вот вставка, которая нам не позволяет быстро стирать кроссовки. В принципе, изменений я больше здесь никаких не вижу, пятка такая же, сшиты так же, язычки такие же. Видимо, может быть, в подошву еще что-то добавили, пока не знаю, не могу сказать. По поводу струн, пришли новые струны, очень классные. Ну, на самом деле, все уже об этих струнах знают, может быть, и играли, просто мне пришли бобины. Чем эта струна хороша? Эта струна хороша, потому что в ней есть небольшие резцы, такие углубления. Для чего они сделаны, наверное, все каждый знает, для того, чтобы нам вращать мяч. И пришла струна желтая, и пришла струна красная. Очень, на самом деле, хорошая струна, хорошее вращение придает. Пока еще не сравнивал со струнами, которые сделаны угловатые. И какая струна больше крутит, эта или угловатая, не знаю. Проверим. Значит, пришла новая ракета Pure Drive, 300 грамм. Я натянул сюда струну XL. Это струна, ракета и так мощная, плюс еще мощную струну сюда натянули. Вообще просто бомба. Бомба. Потом приехал на Вьё следующее. Это у нас Бабалат Pure Aero. Новая ракета. Пока только начинает поступать в продаже. Что мне в ней понравилось? Да, она очень жесткая по корпусу. От нее очень хороший звук идет. Да, от нее идет вращение. Вот это вот здесь сделано специальное больше углубление для того, чтобы струна ходила. Не знаю, на самом деле, ходит ли там струна или не ходит, но если мы вот так сделаем струну, то да, получается, струна ходит и дает нам больший момент для того, чтобы вращать мяч. И таких ракетки у меня две пришло. Одну я натянул так, одну так. И будем испытывать. Второе, это уже не на Вьё, это у нас Strike, да? Strike 18x20. Мне нравятся эти ракеты, потому что здесь маленькая клетка, и мне нравится эта ракета, чтобы играть плоские удары. Все-таки Pure Aero, это все-таки для вращения, это все-таки для плотности игры. Вот. И эту ракету я уже сделал под себя. Эти еще пока не успел. Вот. А что у нас еще? Нам пришла одежда. Но одежду я распаковывать не буду. Это, в принципе, любые
вещи, которые интересные, приходить надо в магазины покупать. Ну вот, друзья, и все. Я вам показал все новинки, которые поступят буквально в ближайшие дни в магазины. Это вот такие вот кроссовки. И вы буквально через неделю уже их увидите в магазинах. А может быть и через месяц. Я не знаю, какие магазины, во сколько, когда себе сделали заказы. Но самая интересная, конечно, модель — это вот эти пропульсы. Самая навороченная из бабалатовских кроссовок. Пишите, ребят, что вам интересно. Сделаем следующие распаковки. Что вам было бы интересно еще узнать. А может быть о струнах, может быть о ракетках, а может быть об одежде, а может быть еще что-то больше о кроссовках. Я всех благодарю, что вы смотрели, и до свидания.